Кардинальная мера. Территорию возле памятника Ленину на площади Красных Партизан ограничили от водителей-нарушителей. Теперь припарковать автомобиль возле достопримечательности Копейска просто невозможно. Знак «Парковка запрещена», который висит возле памятника Ленину на площади Красных Партизан, ясно дает понять водителям, что оставлять автомобиль на данной площадке нельзя. Но до последнего времени далеко не все выполняли правила дорожного движения. В администрацию округа неоднократно поступали просьбы жителей разобраться в ситуации. И вот решение найдено. Еще в летний период мы получали неоднократное обращение от ветеранов войны и труда, от представителей общественных организаций инвалидов, от родителей, чьи дети посещают Дворец творчества детей и молодежи, на то, что затруднен проход именно сквозь площадь к местам посещения детей и занятий. Это вызывало обоснованные жалобы населения. Мы помним, что в предыдущие годы порядок устанавливался силами ГИБДД, то есть наряд вставал у трибуны и наказывал водителей за парковку именно в этом месте. В настоящее время принято техническое решение, я считаю, что оно достаточно убедительное, когда ограничитель движения препятствует нахождению транспорта, указанного в районе площади. Конечно, это только начало работы. Я думаю, что нашим подразделениям ГИБДД будет проведен анализ ситуации за какой-то конкретный период и подготовлено предложение по созданию нормальных условий как для водителей, так и для пешеходов в указанной части города. Теперь у нарушителей нет шансов. На площадке перед мемориальным комплексом установили ограничители движения транспорта. Бетонные полусферы надежно отделяют проезжую часть от исторического места. Сейчас мимо памятника копейчане могут ходить спокойно. Раньше здесь не было ни пройти. В 4 ряда машины стояли. Не знаю, с которой стороны обойти. Сейчас хорошо. Очень хорошо сделали. Но у дороги много места забрали. Я так думаю. Потому что автобусы ходят, маршрутки ходят. Маленько бы вот оставили. Чуть-чуть. Установка ограничителей движения транспорта несет в себе много плюсов. Во-первых, смотреть на мемориальный комплекс намного приятнее, чем на забитую машинами парковку. Во-вторых, у водителей не возникнет искушения оставить свой автомобиль в неположенном месте. И в-третьих, в Копейске появилась еще одна маленькая пешеходная зона.